Каникулами по коронавирусу сегодня правительство области все-таки приняло решение о единых каникулах для всех школьников. Они начнутся 19 сентября. Детям запрещено будет посещать кружки и секции, даже бывать в торговых центрах без взрослых. Кировских студентов тоже отправляют по домам, у них начинается дистанционное обучение. Две недели с 19 октября по 1 ноября объявлены коронавирусными осенними каникулами для школьников. Вместе с ними на дистанционное образование переходят те, кто получает среднее профессиональное образование. Это студенты колледжей, техникумов. Высшие учебные заведения продолжат очную образовательную деятельность, но им рекомендовано также перейти в онлайн. Как считают в региональном правительстве, такой перерыв поможет разобщить детей, и они станут меньше общаться между собой, сидеть дома и учиться. Чтобы контролировать это, подросткам до 16 лет на время каникул официально запретили приходить в торговые и развлекательные центры без взрослых. Дополнительного образования также не будет. Педагогов спортивных, художественных, театральных и других образовательных организаций также отправили на каникулы вместе со всеми.